Проще кинь там. Можем пойти вместе или разделиться и встретиться там, как хочешь. Я рад, что наконец нашел себе опытного спутника. Мой предыдущий клиент погиб, пытаясь в одиночку справиться с целой крепостью бандитов. Тебя Далакином. Последнее слово безжалостной силы. Да, что значит толкать? Да. Составленный из трех слов, этот крик станет намного сильней. Используй. Седобородых, но ты сможешь. Лина просится с другой полник Балан Клоп Промарау. Thank you.
Исмир, Довасебром, Даман, Дар, Рок. Давакин, вся сила голоса Седобородых обрушилась на тебя, но не сгубила. Высокий Хротгар открыт для тебя. Я вырос в Блэклайте. Что? Винди, если вырастет шанс, загляни туда. Восхитительный город. Иди туда! Дракон! Он нападает! Ну, не знаю, пока нет. Он улетел за город и сел на старый драконий курган. Не знаю, что там происходит, и выяснять не собираюсь. Мой предыдущий мир, пытаясь в одиночку справиться с целой крепостью бандитов. Мы должны узнать, что тут происходит. Нужно где-то спрятаться.
Ты и вправду Довокин. Я обещала тебе все рассказать, верно? Говори. Отвечу на все вопросы. Ничего не утаю. Я одна из последних клинков. Давным-давно клинки были драконоборцами. Мы служили драконорожденным, величайшим драконоборцам. Более 200 лет с момента гибели последнего драконорожденного императора клинки искали, в чем же теперь наша цель. Теперь драконы возвращаются, и наша цель опять ясна. Мы должны их остановить. Ничего. Я, как и ты, была поражена, когда увидела этого огромного черного дракона. Правда? Где? Интересно. Тот же дракон. Проклятие. Мы бродим в потьмах. Нужно выяснить, кто за этим стоит. Сначала нам нужно выяснить, кто стоит за драконами. Алмар, наш главный подозреваемый. Если это и не их рук дело, они знают чьих. Доказательств нет пока. Но я нутром чую, что это их рук дело. Имперцы захватили Ульфрика. Война почти закончилась. А потом появился дракон, Ульфрик сбежал, и война снова идет. А теперь драконы нападают на всех без разбору. Скайрим ослаблен. Империя ослаблена. Кому это на руку, кроме Талмара? Если бы мы могли пробраться в Талмарское посольство. Это их штаб-квартира в Скайриме. Проблема в том, что посольство охраняют лучше, чем Скряга свой сундук. Они еще большие параноики, чем я. Я пока не знаю точно. У меня есть несколько идей, но нужно время, чтобы все продумать и подготовить. Встретимся в Ривервуде. Если я не успею туда к твоему приходу, дождись меня. И посматривай на небо. Поверь мне, дальше будет хуже. Thank you.
Знаешь уже, нет? Дракон снова напал. На этот раз на рощу. Приветствую, брат эльф. Приятно видеть родное лицо так далеко от дома. Ты хочешь говорить со мной? После всего, что было? Ладно. Ривервуд — тихое местечко. Если б я выбирал. Вряд ли за тобой следили. Пошли. У меня есть план. Я придумала, как провести тебя в Талморское посольство. Нет, мне не стоит. Меня могут заметить и узнать. Но тебя никто из них не знает. Пока что. Сейчас принесу. Посланница Талмора Эленвен часто устраивает приемы, где собираются богатые и влиятельные люди, тем самым демонстрируя эльфам свою лояльность. Я могу провести тебя на такой прием. Когда будешь внутри посольства, покинешь сборище и отыщешь секретные документы Эленвен. У меня есть человек в посольстве. Он сам не пойдет на такой риск, но сможет тебе помочь. Его зовут Малборн. Лесной эльф. У него много причин ненавидеть Талмор. Можешь ему доверять. Я ему передам, что вы встретитесь в Солитьюде, в смеющейся крысе. Знаешь это место? А я пока попробую добыть тебе приглашение на прием у Эленвен. Найдешь меня в конюшнях Солитьюда, когда договоришься с Малборном. Есть вопросы? Не бойся Малборна. Он не такой рисковый, как ты, но ненавидит Талмор не меньше меня. Он лесной эльф. Талморцы убили его семью в Валенвуде во время одной из своих чисток, о которых они никогда не распространяются. К счастью, они не знают, кто он на самом деле. Иначе он бы не разносил напитки на приеме у посланницы. Тут-то и начнется веселье. Тебе нужно будет ускользнуть с приема, не поднимая тревоги. Потом найти кабинет Эленвен и просмотреть ее бумаги. Малборн сможет показать тебе, где это. Хорошо. Береги себя. Что? Тебе еще что-то непонятно? Что? Тебе еще что-то непонятно?
бездельничать. Да. Правда? Ее выбор пал на тебя? Надеюсь, она знает, что делает. Значит так, я могу пронести кое-что для тебя внутрь посольства. Даже не пытайся пронести с собой еще что-нибудь. У талморских стражников нюх на это. Дай мне то, без чего не сможешь обойтись, и я пронесу это в посольство. Остальное за тобой. Ты меня спрашиваешь? Она обещала прислать человека, который знает, что делает. Если хочешь остаться в живых, я пронесу туда то, что тебе нужно, чтобы тихо ходить и быстро убивать. Ладно, я пронесу это в посольство. Мне пора идти. Я тебя найду на приеме, не волнуйся. Мы с тобой здесь единственные, кто еще не лишь. Твоя задача — пройти на прием так, чтобы в тебе не заподозрили шпиона. Об остальном я позабочусь. То, что нужно пронести в посольство, уже у Малборна? Хорошо. Вот твое приглашение на прием. Но ты сможешь пройти через охрану, только если они поверят, что ты действительно из приглашенных гостей. Это значит, что тебе нужно одеться соответственно и не тащить с собой целый арсенал оружия. Вот, надевай. Когда все будет готово, отдай мне все остальные твои вещи. Я сохраню их до твоего возвращения. У тебя будет только то, что Малборн пронесет внутрь. Ну и то, что найдешь на месте. Тебя не пустят на прием в Талморском посольстве в таком виде. Тебя не пустят на прием в Талморском посольстве в таком виде. Ладно, пусть будет так. Сойдешь за обычного гостя. Ну, пока рот не откроешь, конечно. Ну что, пора садиться в экипаж и ехать в посольство? Не бойся. Все тебя дождется здесь, в целости и сохранности. Главное, вернись живым и с уловом. Удачи!
еще кто-то опаздывает на вечер у Эленвен. И какой шикарный экипаж, надо же. Мое почтение, господин. Я опоздал исключительно из-за того, что заблудился в этих богами забытых горах, а не потому, что хотел опоздать. Я предпочитаю приходить пораньше, часто за день до праздника, чтобы уж точно выпивку не пропустить. Добро пожаловать в Талморское посольство. Ваше приглашение, пожалуйста. Благодарю, господин. Проходите. Итак, вот мое приглашение. У меня нет отравленного кинжала под одеждой. Эцетера, эцетера. Такова моя работа, господин. Все в порядке? Добро пожаловать, господин. Да-да. Теперь нужно немедленно выпить. Внутрь, друг мой, внутрь. Там холодны только женщины и вампиры. Что тут? Добро пожаловать. Мы, кажется, не знакомы. Я Эленвен, посол Талмора в Скайриме. А вы? Ах, да. Я видела ваше имя в списке гостей. Прошу вас, расскажите о себе побольше. Что привело вас в эту... в Скайрим? Что случилось, Малборн? У нас закончилось вино Алта. Вы разрешите мне открыть Орентийское красное? Конечно. Я же просила не беспокоить меня такими мелочами. Да, госпожа посол. Прошу прощения. Мы еще познакомимся поближе. Прошу вас, отдыхайте. Что вам принести? Ты на приеме. Хорошо. Как только ты отвлечешь стражу, я открою дверь, и ты сможешь пройти дальше. Надеюсь, мы оба доживем до завтра. Чем могу служить, господин? Пожалуйста, господин, лучший калавианский бренди. Чем еще могу служить? Калавианский бренди у нас, кажется, закончился. Я посмотрю в погребе, как только выдастся минутка. Конечно, я посмотрю, есть ли у нас еще такая бутылка. Я буду ждать у двери, пока все не отвлекутся на другое. Глупо сравнивать, вот что я скажу. Концов Йорлунд работает в небесной кузнице. Люди Ульфрика готовы сражаться за свои принципы, хоть они и варварские. До встречи. Прошу, угощайтесь. Пейте вино. Надеюсь, вам все нравится, господин. Мои слуги. Простите, но мне кажется, что вам пока хватит. Весьма благодарю вас. До встречи. Тогда не смею отвлекать. Эленвен всегда устраивает пышные приемы. Я по своей воле ни одного не пропущу. Не все норды зациклены на силе, чести и владении оружием. Немногим дается природный дар делать деньги. Мои денежные вложения – моя сила, а богатство – мое оружие. Что же до чести? Бывает роскошь, которую даже я не могу себе позволить. Ну, ах, какая красоточка. Надеюсь, вам нравится музыка. Тильхенька. Эй, ты, служанка. Есть слова сказанные и не сказанные. Берегись талморцев, ибо они мастера обоих языков. Нет, нет. Честно говоря, меня вовсе не это интересует. Красивые лица и вкусная еда. Это хорошо. А вот прямодушие редко бывает столь приятно. Поверь мне, я не каждый это говорю.
Да светит твой путь, мудрость. Спасибо, господин. Я что-то могу для вас сделать? О, не сейчас. Чуть позже. Не уходи далеко. Да, господин. Что-то тебя тут раньше не бывало. А я знаю всех важных людей в Скайриме. До встречи. Я полагаю, что это только начало долгого и взаимовыгодного сотрудничества. Не глаза открывают истинную природу другого, только сердце. Что тут надо сделать, чтобы тебе налили? А, щедрая душа среди этих скаридов и дармоедов! Если я могу тебе чем-то помочь, обращайся без колебаний. Чудесно! Я готов немедленно отблагодарить тебя за щедрость. Дай знак, друг. И это все, друг мой. Только я могу тебе помочь. Устраивать сцены — это практически моя специальность. Отойди и насладись моим мастерством. Внимание всем! Пожалуйста, послушайте меня. Я хочу сделать объявление. Я предлагаю тост за Элен Вен, за нашу хозяйку. Фигурально, разумеется. Маловероятно, чтобы кто-то из вас захотел оказаться с ней в постели. Хотя вы почти все уже с ней в постели. Пошли, пошли, пока нас не заметили. Я, конечно, выражаюсь. Ура! Ладно, ладно, уберите руки. Ладно уж, я буду панькой. Говорить буду я. Оскорбить наших долморских господ. Слуги, принесите мне выпить. Пока все хорошо. Будем надеяться, что никто нас не видел. Мы должны пройти через кухню. Твои вещи спрятаны в кладовой. Держись поблизости, а говорить буду я, хорошо? Иди за мной. Не могу не согласиться. Кстати. Вы не слышали ничего? Тёт, Малко, ты же знаешь, я терпеть не могу странные запахи на кухне. Гостю стало плохо. Оставь его в покое. Гость? На кухне? Ты же знаешь, это против правил. Против правил, Цавани? Я и не знал, что разрешено есть лунный сахар. Наверное, нужно уточнить у посла. Убирайся отсюда. Я ничего не видела. Твои вещи в этом сундуке. Я закрою за тобой дверь. Смотри осторожнее. Давай, если меня хватится, нам крышка. Поспеши. Мне пора возвращаться, пока меня не начали искать. Вы удачи. Видели утро? Рассчитывай теперь только на себя. С кем это они? Новые миротворцы послали?